Его уважают старшие по домам и обходят стороной правонарушители, а показатели в работе вызывают у коллег добрую зависть. Знакомьтесь, участковый уполномоченный полиции микрорайона Заречный Тимур Мингалеев. В этом году ему выпал шанс представлять городской округ на конкурсе «Народный участковый», который традиционно проводит МВД. Тимур Шамильевич, ну а расскажите о вашем участке. Большой он? Вообще, если смотреть по площади, то он небольшой. Его можно за 10 минут от края до края обойти. Но я говорю, по плотности застройки и количеству граждан он достаточно большой. И вот, кстати говоря, один из домов на участке, дом номер 13 на улице Космодемьянской. Алла Евгеньевна, что у вас случилось? Вы знаете, у меня к вам есть несколько вопросов, которые бы я хотела с вами обсудить. Конечно. Участковый приехал на дом по приглашению председателя совета дома. О нарастающих житейских конфликтах сотрудник полиции нередко узнает от общественников. Не считается со временем, пусть это будет вечер, утро. Вот, так что мы очень довольны нашим участковым. Хорошо, что есть такие у нас люди, которые отзывчивые. Участок Тимура Мингалеева лучший в городском округе. За 8 месяцев 30 выявленных и раскрытых преступлений. При среднем областном показателе 8. За цифрами стоит рутинная работа участкового и его помощника. Опросы потерпевших и свидетелей. Разъяснительные беседы. Самое сложное, это, конечно, пропускать через себя проблемы людей. Чтобы помочь человеку, нужно встать на его место. Потому что если ты не поймешь, что с человеком происходит, его проблемы, то и ему помогать будет сложно. Тимур Шамильевич родом из небольшого городка в Мордовии, где все хорошо знали друг друга. За 5 лет работы в микрорайоне Заречный он вник в ситуацию людей, имевших проблемы с законом. Наш участковый, дядь Саша, он, как мы тогда называли, он и до сих пор работает участковым, Александр Александрович Боков, также в городе Рузаев. Вот он постоянно вечером, мы его видели, он шел по форме, такой статный, красивый мужчина был. И вот как-то смотрели все на него и тоже хотели... Он послужил нам примером, да. После этого вот возникла мысль у меня пойти в милицию. Работу участкового Мингалеев сравнивает с профессией психолога. Нужное слово помогает собеседнику осознать свое положение, выйти из сложившегося тупика. Хотя случались и курьезы. На участке живет военный полковник в отставке. У него есть икона 13 века. Однажды они потеряли эту икону. И потом мы эту икону у них дома и нашли. Открытое онлайн-голосование на первом этапе конкурса «Народный участковый» стартовало 11 сентября и продлится 10 дней. Зайдите на сайт Управления МВД России Щелковская, кликните по баннеру «Народный участковый» и проголосуйте. Победители муниципального этапа представят Подмосковье в финале всероссийского конкурса. Михаил Налетов, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.